просто посмотрим. Глоболь, восьмерка. Я не могу смотреть эти соревнования. Уходим в баню. Там это кодек. А, все, пошло. Дамы и господа, мы рады вас приветствовать на соревновании по прыжкам в воду. С вами сидят сегодня Виктор Тихонов и Андрей Зубарев. Тот самый. У нас есть сегодня два участника, которые будут соревноваться за приз, который мы еще не знаем. На помост приглашается... А это у нас Алексей Мельничук. Ой, рады приветствовать. Вертыжок. Подстреленный упал в воду. Да. Ну, в принципе, как разобраться? Не знаю, у нас... Какая система оценок? Давайте первая попытка будет у нас просто посмотрим. Следующий у нас участник Иван Налимов приглашается к помосту. Эй! Видно, что он готовился все лето. Это без комментариев, наверное, стоит, да, просто? Опять же, давайте, первая попытка была просто пробная. Мы их оценивать не будем. Мы просто присмотримся к спортсменам. Первая попытка провальная для обоих. Пожалуйста, продемонстрируйте свое мастерство. Дорогие друзья, иначе соревнования отменяются. Поклон неплохо сделан. Думать, не знаю, что делать. Ну, видимо, он сейчас поплывет в бассейн как раз, раз его дурак прыгнул просто. Ну, в принципе, без брызг был. Да, деньги неплохая, только вид спорт другой. Молодец, судим подсказываешь, да, что без брызг. Ладно, мы в итоге оценим в конце. Спортсмен, давай прыгай, спортсмен. Мне понравилось. Заболь восьмерка. Я думаю, мой было очень неприятно. Тенька 7. Молодец, молодец. А ты хорош. Мне самому стало больно после этого. По секрету для зрителей, комментарий вообще излишний, это вратари. Вратари. Если что, да. Давай, по последней попытке, потом оценки будут. Ну, в принципе, это тренд последнего года, поэтому как бы он молодец. Следит за новостями, за событиями в мире. Тейка неплохая, в конце чуть-чуть сдался. Как было в КВН? Молодец. Дед как мало. Давай. Все. Я увольняюсь. Я не могу смотреть эти соревнования. Ну что, как мы с тобой оценим-то? Кто больше денег даст? Предлагайте взятки, а там уже решим. Пока Налимов честно выиграет. Со мной предлагает. Взятка принята, как говорится, без свидетелей. Побеждает дружба. Всем спасибо. Репортаж вели мы. Делать там было нечего. Мы уходим в баню.